Зай, дай мне 2000, я хочу суши заказать. Вон там в куртке возьми, у меня в кармане. Ага. Так ты тогда мне закажи. Ты мне 650 рублей-то отдашь? За что? Как за что? Я же тебе суши купила. А ничего, что я тебе деньги дал? Нет, подожди, я у тебя просила, ты мне дал. Ну, попросил купить тебе суши, я купила. Так отдай мне 650 рублей. Вот это развод.